Диана Горбань высоко оценила работу сочинской первичной организации и отметила, что именно на нее могут равняться коллеги в крае. На сегодняшний день перед Союзом журналистов стоит немало задач по улучшению работы и привлечению молодых специалистов. Еще один важный аспект – это открытость организации. Должна быть открыта финансовая деятельность Союза. И я считаю, что об этом нужно отчитываться, доводить до членов Союза, на что прожит год, да, как мы его прожили, на какие деньги, какие гранты мы привлекли. Сегодня в Сочинском союзе журналистов состоят 60 телевизионщиков, сотрудников радиостанций и печатных СМИ. На сегодняшнем заседании в ряды профессионалов медиа-отрасли приняли еще 3 новых членов. Кроме того, пишущая «Братья», как называют сами себя сочинские журналисты, приняла специальную петицию об уважительном отношении к своей профессии.